Добрый день. Анапа. Колесо обозрения. Мы сейчас будем подниматься и вверх. И с высоты сделаем обозрение всего города. Вот постепенно, помаленечку мы поднимаемся. Значит, колес здесь два. Значит, одно стоит в районе парка джунглей, второе в центральном пляже, недалеко от центрального пляжа. Вот мы сели на то, которое у пляжа. Вот. Смотри, какие аттракционы. Аттракционы разные. О, вот с правой стороны уже аттракционы. Сегодня 3 января 2021 год. Погода солнечная, тепло, вообще красота. 15 градусов где-то, 15. Так. Вид будет вот отсюда такой. Колесо поднимается, смотри. Да. Вот идет колеса. Резиновые. Поднимает вот эту всю систему. Ой, ну стучит, давайте я вот отсюда, так. Ну, конечно, при солнечной погоде вид замечательный, народу много, у всех веселье, значит, музыка льется, все это понятно. Хорошо, что кабинки крытые, чтобы они стекло. Да, ну и в зимних условиях, конечно, должны быть крытыми кабинки. Так, вот. Океанариум. Ну, вообще тут центр развлечения. Вообще парк. Вот детский парк здесь. Вот здесь карусель, который пока не работает. Она будет вечером. Да, может, не знаю. Ну, это, знаешь, зимой вряд ли, потому что ветром, знаешь, как будет обдувать людей. Ветра сейчас нет еще. Ну, когда колесо крутится, ветер. Вся эта карусель. А вот смотри, будет ветер вот здесь. Так, вот мы уже видим, перед нами открывается обзор моря. Обзор моря. Вот. Ну, вид, конечно, хороший отсюда. Вид вообще замечательный. Там еще наверх не поднялись, да? Да. Так. А здесь открытая. А, фотографировать надо через нее. Да, фотографировать. Чтобы были хорошие кадры. Так, обзор. Вот еще лучше еще. Как бы сказать. Панорамнее все это. Вот такое море. Анапа, вид сверху. Так, вот вдалеке открывается обзор города. Второе колесо обозрения вон вдалеке. Да, в парке джунглей. Здесь аквапарк недалеко. Вот аквапарк. Да, вот. Видно. Развлечений, конечно, много, но пока сейчас не сезон. Только сезон для некоторых развлечений там. Вот детские, к примеру. Паровозик катается туда-сюда. Все. Ну, колесо обозрения, конечно, крутится. А так, вот, смотрите, море. В полном его обзоре. Все видно, все да. Видно. Сейчас мы посмотрим. Где мы были?
колесо сейчас встанет на пик верхний. А, вон наш отель, как он назывался. Сапфир? А, Сапфир, да. Значит. Вот отсюда пошли. Вот отсюда пошли через окошечко. Вон вдалеке, возле моря, значит, отель Гранд Анапа, и рядом вот, буквально соседний, высокий, девятиэтажное здание, вот это Гранд Сапфир. Ну вот, смотрите, перед нами открывается вид моря, солнечный вид моря, здесь вот причал. Красота. Вот отель, не отель, а санаторий «Малая бухта», в котором мы тоже, как по приезду 21 декабря, приехали, там поселились. Вот. Ну, целую неделю пробыли. Потом в Гранд Сапфир переехали. А сейчас находимся в гостинице «Паллада», недалеко от центрального пляжа. Вот мы практически уже достигли пика высоты с колеса. Вот такой вот вид на... Классно. Ага. Вид на город. Вот он, город перед нами открылся весь. И море. Пляж вот центральный, вдалеке видите, идет туда прям до Золотой бухты. Вон отель Золотая бухта, там рядом Малая бухта, причал. Мы еще поднялись наверх? Вот, а там далеко, вот далеко, Витязева расположилась, вот там. Видно. Чаек на море пруд пруди. А любят, когда их кормят хлебом. Вот такой вид на аквапарк. На городок развлечений. Да. А, смотри, стадион там же большой. Стадион. Да, вот там стадион. Да. Анапский. А вот. Здесь вот. Это, по-моему, вот это велодорожка, либо мотодорожка. Это ралли-трасса. Ралли, да, трасса. Да, 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 вот показано там тоже, что на машинах. Вот, сейчас уже. Так, вот сейчас пик, да, у нас? Или сейчас... Мне кажется, а, нет, мы уже спускаемся. Море, видите? Вот на такой бы высоте. На лоджии в каком-нибудь отеле вот так рассматривать. Сколько здесь? 20 ну, этажей? Ну, здесь, наверное, этажей... 25. 25, наверное, будет. Народ по побережью ходит. Сейчас. Выходные. Красиво везде все. Город Анапа. А вот там-то еще дальше. Там полный вид. Даже сопки видно. О, вот обзор хороший. Это уже прям прямой вид на море. Это называется прямой. Его видно в полной красоте. Вот так. Лепота, как говорит Иван Васильевич. Лепота. Ну
что, как тебе вид? Ой, красиво. Нет слов. Так вот. Вот здесь именно песочек. Вот бескрайнее море. Вот здесь вот песок. Он тянется, вот посмотри, песочная, вот этот пляж. Ну, пляж вот тянет сейчас же. Смотри, вон Витязи, вот, да? Вон, далеко. Нет, вот туда, вот... прям по кругу, вот так. Прям по кругу. Нет, я имею в виду, вот это песочное, там будет уже галька. Вот, туда, ну, да, а сам пляж, да, сам пляж. Пляж, да. Пляж. На центральном вот, песок. Вот, он вот, тянется аж туда, вот до... Песочный пляж. До пляжа Сан-Мариновской, то дальше, да. А я не знаю, может быть и в Витязи вот точно так же. Мы там не были, может быть песочный пляж там. Вот, но здесь галечный пляж. Вот. Кто знает, напишите. Да. Так. А здесь паровозик до сих пор ездит. Вот. Ну, вид, вид. Главное, вот вид. Так. Вот из тех домов, смотри, с многоэтажек оттуда. Хорошо было видно. Да, конечно. На самом высоком этаже. Ну вот. Опускаемся. Вся эта... поворот колеса, один поворот этого колеса, 200, вот у нас 200 рублей, по 200 нет, рублей. 12 минут. Ну и цена у него по 200 рублей. Длится 12 минут, даже чуть, наверное, больше будет. Ну, в принципе, уже почти. Вот в парк, да? Ну, дорожка, да. Вообще, парк из парка. Да, большой здесь парк. Если б, конечно, все это работало. А то некоторые закрыты стоят. Игротека закрыта. Значит, затерянный мир закрыт, парк динозавров. Вот не знаю, океанариум, смотри, как вроде открыто, да? Океанариум работает. Работает, да. Ну, много, конечно, аттракционов, которые не работают. В общем, мы уже прибываем в пункт назначения. Колесики. Головы руки не высушат. Да. Голову, если высушишь, тебя отрежет. Конечно. Ну, в общем, все. Прибыли. Место. Вот так он открывает на ходу прямо. Открывает, ну да, для того, входит, чтобы люди открывает. Успели выйти. Да. И следующие есть. Зашли. Вот все. В общем, вот так. Ну, сейчас выходи потихонечку. Приехали. Ну, 15 минут, наверное, да, в общем. Ну вот, ладно, все. Всем пока. Всем пока.